Можно двух упал в свет? Ну, могу свету похилить, мне вообще без разницы. Просто один шаман вместо Холи Пала останется свету, даст рост и зайдет во тьму. Ебать, я гений. Да нет, велосипед. Коломойс, ты в РК? Скажи, что тут. Жа. Что жа? Ты в РК-то будешь когда-нибудь? Как ты хилишь там вообще, не знаю. Ты знаешь, кого хилить тебе надо? Жа. Жа. Кто сдох первый? Смачно звучит, конечно, жа это. Ой, ты умер первый. Да, Войд, потом протопал. Дайте лап. Готов. Чё, мне в итоге так же тьму хилить? Хочешь свет хилить? Ну давай свет похилю. Правильно, тут? Давай ты во тьму, а не оспоримый свет. Неоспоримый, ты лута не увидишь. Я тебе сказал. Кауру ровно поставился. Чё ты говоришь? От огня? Да. Но она занята. Неужели так свет сложно хилить? Ну бля, ну чё там сложного? Вообще пиздец. Почему хилы умирают? Я не понимаю. Пока у нас хилы не умирали. Не умирали? А чё, ну, там умирают? Коломойс по своей вине. Ты просто, может, лут на себя не поставил, поэтому мы вайпаемся. Да, сейчас волчат заберет, короче, кто-то лут. Верит еще. Ты что? Кто-то еще верит в эту примету? Нет, да, это стопроцентная примета, ты что? Блядь, кто-то верит, что мы убьем? Они просто, когда лут не стоит, они как говно играют, а когда лут стоит, они начинают нормально играть. Ты думаешь, многие это видели? Да многим похуй вообще. Мама, я панцую. Что украли? Я говорю, я уже 100 раз говорил, когда я Холи Палом, почему-то у нас 100-500 лайков. Ты помнишь, мама, играли? Тут, все готовы, начинаю окно. Я с тобой хилил, мы же убили там с третьего трайда. Ты слышал, Диана, что ты в тьме? И бежали. Питкин. Бежали. Кто завис? Халисия, походу. Да. Она вылетела, да, Олег? Не бойтесь, она вылетела. Так, ну заходи, добивайте мелких, потом заходите. Назад,
плохо ты выносишь, короче. Надо было слева, ты там. Мы добили. Не заходите. Выходите. Пасап, я тебе это, не зыбка, не жми, я тебе каплю дам сходу. Я не жму незыблемости. Ну, мало. Ну, разные БДК бывают. Зло, очко сожми сразу, сходу. О, жена! Ну там мне Банамур кидает каплю. А, ну скажешь тогда, когда тебе кинуть. Да не надо вообще. Вот вам пример, как метод. Вау, ты бог! Да, вон лучше Банамуру кидай кап, там его намного сильнее побивает. Скрин сделал! Мама и панк, ну во время лезвия, не без лезвия, но... Он бы хотел быть как воин. Мама, я воин, блядь! Мама, я хочу быть похожим на воина. Цвету рост. Тайлан метка. Перебежали. Варкс метка 8 рост. Перебежали. Перебежали. Добиваем гуса, не бьем свет. На хп возьму. Да-да-да, сейчас. Прикол. Перебежали. Малюшка. Что так рано диспелить? Бля, тьма, стопнитесь, тьма не бейте. Не, нормально, свет бейте. 30% уверен? Ну че не хилить? Перебежали. Да вы все равно тебя. Куда ты побежала, Лэйзи Панк? Вот опять ты сейчас скажешь, что там метка. Ай, блядь. Бля, ну вы че гоните? Пиздец. Так, ладно, я встал. Пробуйте добивать.
Не. Могу поднять скалу. Не надо. Ой. Беги, малышка, беги! Да, лучше, конечно, подъебало. Ох. Вот Ретри, точно такая же ситуация была. Вот опять метка во время лезвия, ты несешь ее назад, там метка, и ты потом передумываешь и несешь ее вперед. Хотя надо было сразу вперед нести. Это она вообще могла ее вынести между двумя метками, там было пространство, и лезвия были далеко. Ретри, ты. Поняла, как метки носить? Да, я поняла. Туда. Как огурчик, а что ты там фридом и даешь? Там есть два ретрика, по-моему, у тебя? Я тоже иногда давал. Ну не в жопу. Они дают, чтобы тени заморачивались ретрики, просто понимаешь? Помогают. Поставьте мамонта, пожалуйста. Обидно было. Да, пиздец. Сейчас убьем. Я там ничего не мог сделать, меня трэш тупо сожрал, блять. Па был. Не, в КД был. Такая подобная ситуация была у нас. Поэтому пришлось прорать. Лапы нету. Акма. Хуя там кто-то на ботах въебал. Сука, аметисты ебаные, блядь. Это козырь, по-любому, нахуй. Атеисты. Нет, аметисты. Атеисты. Пидорасты. Блядь, да умрите вы, не выходите с инста, вы сейчас забагаете инст, нахуй. Да пусть забагают, разойдемся хоть. Нет, блядь, надо убить меня. Там... Не надо с инста выходить, надо... Вы заходите в огонь, чё вы стоите, блядь? Вот этот сова, блядь, вот этот безумно влюбленный коломез, блядь. А кто сагрил-то? Фрэш Бару. Хуя он там набор. Чё-то я прорал. Сходи. Ну что, на голову босса упал, что ли? Он хотел его сверху ебануть. Оседлать, блядь. Наверно, с криками, как в фильме «Аватар» Турук Макту такой, типа. Аллах Акбар, блядь. Зачем ты вообще в РСК юзаешь боты? Случайно, наверное, нажал, он же перед пулом нажал. Зачем? Чтобы на трае не юзать, наверное, правильно, да? Это как капля на леди слил просто. Злейте бот. Гресните самогоны и кломать. Иначе мы сейчас полчаса будем ждать, пока они прилетят. Блять, что это корол, пиздец. Ну вообще, походу, да. Вообще он побежал типа на истайл. Не, ну по факту он на истайл побежал. Потому что он не мог на него сагрить, потому что тут в воздухе был.
Но никто не был рядом, никто его не бил, ничего не было, просто... Он просто сагрился. Он же дракон, он что, полететь не мог? Ебанутый, что ли? Он, блядь, как этот, нахуй, как хуй знает, как... Иди нахуй, короче. Сидит, блядь, в пещере. Сидит, блядь, в пещере. В твоей маме. Огурчик готово. Начинаю окно. Прибежали. Юпс, они охуели? Куляни выросли. Пока бегут уже с таких случаев. Растишку поели, блядь. Так, ну заходи. Редко добьете мелких. Не заходите, пока не добили. Ми... Все, теперь заходите. Че у вас, блядь, за привычка такая? Ой, хили-хили вас. Заходите. Я отцов Иннера не вижу по лазипанку. Смотрите, как отец метку выносит. Войд, что ли? Нет, я. Мама, я самогон. Да ёб твою мать, смотрите, смотрите, отец номер два. Моллюск, дай Иннер лазипан. Хуяк. Или он не воркал? Да. Свет и я есть тьма. Решители сложные перед посланником смертокрыла. Ватсап, тебя не слышно. Да я пока молчу. Давай русскому. Пускай мы. Рост во тьме.
Алло. Бежали. Свет стоп, свет не бьем. Беги, малышка, беги! Ой, я... я сейчас сорву, походу, дайте салю по самогон гоу. У тебя до срыва еще в два раза надо агро набрать. Не-не, меня показывают дохуя, типа, агро. Ходи. Забагалось. Можете кто-нибудь тиннер залить? Выживайте. Могу сейчас скин стать на ману. Давай, пей. Пей, блядь. Блин, представляешь, пою и огонь в меня. Это соло. Блядь. Ну протопал, блядь! Поднимать хилу. ЧБР кого-то. Поднимай кудесницу. Потом. На той стороне. Перебежали. Маны болт. Гимны сыграйте на гимн, ману. Гимн на ману спойте. Халиси пойте, не пел. Антихам халиси оба пойте. Халиси пел. Пел. Тьма стопните, тьма стопните, тьма стопните. Вообще абсолютно. Перебежали. Чё вы бьёте? Вам сказали стоп, блядь. Спасибо, блядь. Да хули вар стоит автоатакой хуячит, вообще похуй. Ура. Пизда, тьма не как... бейте, тьма не бейте, свет по 30. Мы не бьем, мы не бьем, мы стоим на ФК. Соло. Добивайте трэш и пытайтесь добить босса уже. Просто все, босса. Можно, Данил? Да, бейте, да. Босса, 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 хильте там. Перебежали. Ёп. Кламой. Ура! Слава Dark Stars! Изи. Твою мать, где чешка? Насладитесь, сполна ее вкусом, ибо когда вернешь... Хило чешка. Алло, алло, убили? Хило чешка. Я так потел нахуй, пиздец. На офспе хило чешка нужна кому? Банаму роль, долбоёб. Пиздец. Бот роль. Пизда, всё, короче, пошёл на Гацелик. Кольцо ролим. Да, записывал, конечно. Ну почему ты 20к не дал, блять? Почему так увел? Потому что я твой дамаг забрал. Так, я про тебя. Так. Нет, там сейчас не дашь 20к, как он. Ну, можно. Ну, это как бы, блядь. Чтоб трэш нормально был там напуливаться. Да, что-то я спотнул немножко, аж. Вообще понравился. Калисю кикни, Банамура кикни. Да какая разница? Ну, так-то да. Я хз, сколько у нас там народу сгиб.
Ладно, спасибо, ребят, за рейд. Удачи. Да, тебе тоже спасибо. Мой сейчас пойдет футболку выжимать. А ну знаешь, самогон, это просто нужна разминка. Нельзя с первого трая прийти и убить. Надо постепенно. Да, блядь. Не, нихуя, ты знаешь, нужно просто злому засунуть в свет, нахуй, и все, блядь. Нужно просто злому засунуть в свет. Не, злой, ты помнишь былые времена Dark Stars, когда мы приходили и 7 раз за выходные ебашили? Да, да, было нормально. Ну ладно, удачи, ребят. Спасибо за помощь. Конечно. Вот этот друид.